Всем привет из Алании, друзья. 2 июня, сегодня второй день лета, время 8 часов 19 минут. Харбор, очень много людей в нем. Смотровая площадочка. Крепость. В первой части мы сюда пришли от Вайкики, от Пуламода. И ни одного туриста здесь нету сейчас нашего, потому что все на ужине сейчас в это время. Наверное, я так думаю. То есть тут только граждане Турции. И ужинают тоже граждане Турции в Харбор. Идем сейчас по набережной. В сторону муниципалитета. Кораблики вас ждут все. Ну а вообще я иду в сторону White Gold сейчас. Все абсолютно работают, заведения питания, кафе, рестораны, все. Чайные, кофейные, или как их правильно назвать, этого котика. Я знаю. Котя, тебе же надо дать что-то поесть? Я тебя помню, я же прихожу не часто сюда, но я помню, что ты вот здесь всегда. Да, скажи, как же тебе не дать? Сиди, я тебе дам. Сиди, красавчик. Помню тебя, конечно. Ты сидишь тут среди кафешек, и неужели тебя никто не может покормить, а? Или ты не голодная, а просто ешь, потому что дают? Прикольный котик, вот сюда тоже, вот как мой ананасик, там как все, он сидит вот именно в одном месте здесь сюда. И именно в этом месте сидит, да? Котейки. Ну, уже стали появляться русскоязычные люди, навстречу мне идут. Многие сидят укутанные теплыми полотенцами, пледами, короче, ну то есть, ну как-то вот переменчиво, знаете, вот мне то жарко, то я весь мокрый полностью, то высыхаю, мне становится потом прохладно, то, ну сейчас уже жарко не будет, потому что уже вечер. Все сидят там, вон девчонки все в полотенцах сидят укутанные. Не буду лишний груз брать, чтобы вам показать. Я думаю, все уже видели, как вода там добывается. Вот моя любимая кафешка чайная. Наконец-то здесь сидят люди за столиками. Наконец-то. Привет всем, с кем мы здесь были, друзья. Каждого из вас помню, люблю, обожаю. Наконец-то здесь люди. Давно уже этого не было. Ну, туристов я не вижу, местные все здесь. Ой, рыба жареная пахнет. Балы как мек. Как пахнет. Скумбрию, по-моему, они жарят. По запаху узнаю. Все, выходим на набережную с корабликами. Постепенно у нас темнеет. Первая часть мы там прошли поверху. Вот Вайкики, еще раз напоминаю. Да, вот тут уже ветер такой чуть ли не прохладный. Блин, и сейчас бы я мог быть, именно сейчас, да, мог бы быть на Буковках Алания, вот там они светятся. Не поехал я сегодня туда. Ох, какой свежий ветерочек. Сейчас я еще жилет начну, что я куртку выложил с рюкзака, блин. Многие люди ходят в масках по улице.
Дойдем в этой части, скорее всего, до муниципального пляжа первого. Если у меня хватит терпения. Какой он большой. Какой он большой, однако. Не помню, был в том году или позапрошлом. У меня этот. Дальше поставят фонари дневного света вместо этих депрессивных на набережной. Не знаю, может, они хотят какую-то подчеркнуть, знаете, какую-то старину вот этим светом желтым, я не знаю. Просто совсем другой бы вид был, если бы здесь были фонари красивые дневного света, жизненные. А так идешь сюда и хочется спать с таким светом. Не знаю, у кого дома еще до сих пор советские лампочки, привет вам, я не знаю, как вы живете. Купите себе лампы дневного света, диодные, не диодные, неважно какие. Вы поймете, что жизнь прекрасна. То есть совсем, это доказано давно учеными, что это влияет на настроение, на учебу, на успеваемость ваших детей, на все. Я не знаю, как можно с желтым светом жить, вот с таким вот светом. Жить надо вот с таким, вот он, две лампы. Тут они все сидят, все предлагают, конечно. Ну вот они молодцы, у них тут дневной свет везде. Тоже ходят туристы по набережной, которые после ужина. Много людей довольно. Да, вечерние прогулки я давно здесь не совершал. Это интересно. А тут уже немного людей как бы. Больше тут тех, кто оказывает какие-то сферы услуг. Продавцы там, все эти с корабликов. И их больше, чем туристов. Они создают видимость того, что людей много. Туристов как бы. Не, ну есть люди, конечно, тоже. Как бы есть, конечно. Ну тут тепло, сейчас ветра нет. Сразу на несколько градусов теплее. Чуть ли не жарко даже вот здесь. А там вот был ветер. Смотрите, корабль он. Давайте. Швартуется, или как правильно выразиться. Давайте посмотрим, как это происходит. И люди сейчас с него будут выходить счастливые. Итак, проверяем. Правила швартовки соблюдаются или нет. Кто знает, как правильно швартоваться. Но эти, наверное, на несколько часовые, скорее всего, экскурсии плавают большие, я думаю. Смотрим. Ну что, вы знаете, внутри я в основном смотрю не туристы, а ну, турки в основном внутри. Все, зацепил. И там зацепил. Я не
Что-то еще они должны сделать, чтобы она застопорилась, или я не знаю. Ладненько, идем дальше. Там тоже почти все рестораны, я смотрю, вот эти вот крутые, которые по первой линии от моря, вот эти все, они уже все. Пикассо Порт. Все-все-все, там почти открылись. Вот какой песик здоровый. Ну, высокий такой. Не такой взгляд испуганный. Морская ангелица с испуганным взглядом. Добрый день. Давайте заходим на экскурсию. Яхточка какая. Яхточка, огонь просто. Красота какая. Нафига нужна квартира, когда есть такое, согласитесь. Это нашего дядечки с кукурузой. Да, давно я здесь вот так вот не ходил, особенно в такое время вечернее. Давно довольно. Чай Бахче, моя любимая, открытая. Даже сувенирные там эти точки, лоточки, киоски. Почти все работают. Смотри, они светятся. Июнь месяц. Запах кукурузы повсюду. Рыба, кукуруза, чередуются запахи. Жареная рыба имеют. Так, мне надо еще пополнить карту автобусную. Сейчас выйдем, наверное, к Ататюрку даже с вами. Ну, тут мало подсветки уже, я не знаю. Но вы видите то, что я вижу сейчас. Ну, хотелось бы больше света, конечно. Кукурузу еще что-то какие-то. А, кукурузу туда так подают. Я думал, хот-доги какие-то. Сидят люди, любуются морем. Вас вывести, чтобы поинтереснее вам было. Думаю. Ладно, идем. А, точно, мы же там могли пройти через фонтан, он может быть даже светится. Давайте таки пройдем через него. Не знаю, когда мы это будем смотреть, может быть и 4 числа, и 5, я не знаю. Но это не важно.
покажу одну поливалку, тут еще одна. Реально оланя моими глазами, друзья. Никакой говорящей головы, никаких вещаний, запугиваний, сплетен, всякой фигни. Я удивляюсь тем людям, которые вот только новости и сплетни смотрят. Какой смысл? Иначе вы не любите просто оланю, раз вам не интересно смотреть. К сожалению, у вас не любящих оланю 90%, и вы меня не слышите, потому что вы меня не смотрите. У меня такие видео есть уникальные, реально, про Аланию именно, бесценные видео, а на них нет просмотра, вот так обидно, конечно. Так, тут чай бахче. Здесь довольно долго я зависал в интернете, довольно часто. У них гёзлями здесь неплохие такие, давайте через нее даже пройдем. Там просто музыка на машинках. Здесь вроде не слышно. Ну, людей, кстати, немного. Здесь люди есть, но, в принципе, немного. Сейчас здесь чай-бах-чай. Интересно, фонтан здесь будет светиться или нет. Вроде фонтан работает. Сейчас посмотрим. И вот мы вышли на развлекательную эту бухательную улицу, как я ее назвал. Были мы там вверху, смотрели фонтан. Шален мой любимый один из. Я не люблю рестораны, я не хожу по ресторанам, но если вот ходить, то советую вот Шален. Обалденно, там интерьерчик классный. Когда тут безумие творится, можете в час ночи сюда прийти и сверху будете наблюдать на это все безумие, когда здесь толпа людей. Тут фонтан почему-то не светится. Значит, не пойдем к нему. Идем тогда сюда. Подземный паркинг. Так, город кошек. С этой стороны обходим. Довольно длинная эта часть получилась. Ну да ладно, я надеюсь, есть люди, которые смотрят. Я уже забыл, где мы начали снимать. Неужели на Красной башне еще? Ого-го. Сколько мы с вами прошли, надеюсь. Не один и не два человека, а больше. Ох, скотие. Ух ты, красавчик маленький. Привет. Привет, красавчик. Ты что, намек, что тебе надо поесть дать, да? А? Красавчик. Или у вас есть еда? У вас же есть еда тут везде? Ой, у вас тут миллион. Малых куча. Думаю, что у вас все здесь есть. Конечно, вы в домике все живете. Очень много маленьких здесь котеек. Прикольно. Красавчик, тебя я помню. Видел тебя, да. Привет. Красавчики мелкие. Новички в этом мире, да? Повезло вам здесь родиться в Алании. Днем потом как-нибудь придем сюда, посмотрим. Я даже не знал, что сейчас так много котеек. Обязательно днем сюда придем. Я давно здесь не видел так много котеек. Сейчас реально это город кошек настоящий. Тут любую пачку достань объемом вискоса, она уйдет моментально. Это просто нереальное количество. Кто турист, друзья, советую прийти сюда ночью. Здесь вы можете сов, если не увидеть, то услышать как минимум. Сов и разных еще насекомых красиво поющих, или как правильно выразиться, вот именно в этом месте. А совы летают. Тут верхушки пальм немного посрезали, но думаю, все равно совы именно вот в этом месте они все базируются. Сова — один из символов Алании, кстати. Боже, как много тут сейчас котеек. Так, там черепашки темно, сейчас мы их не увидим, этих черепашек. Давайте смотреть на фонтан, пока он работает и даже местами подсвечен.
А людей здесь что-то совсем нету сейчас, кстати. Вы видите? Привет, фонтан. Вообще никого нет почему-то. Удивительно прям. Котеек только полно повсюду. Только длинная у нас эта часть получится, люди. Точно ее будем смотреть через пару дней, не раньше. Напоминаю, что сегодня вечер 2 июня. Не помню, во сколько мы начали снимать. Но, наверное, эта часть будет, может, и полчаса. Сейчас уже без 29 почти. Так, и тут есть колоночка. Никогда так много котов не видел в центре. Посмотрите, что творится. Повсюду коты. Тут можно было мои 20 пачек брать сейчас вискоса. Они все ушли бы за полчаса буквально. Люди, чуть-чуть посмотрите на фонтанчика, я. Да, котейка? Или на котейку, или на фонтанчик. Сюда посмотри. А я умоюсь. Тут колоночка есть. Фух. И лицо свое умыли, и котейку покормили. Чуть как-то мало людей в центре совсем. Ой, сразу, конечно, подходя к этому месту, вспоминаются тюльпаны, но... Сейчас здесь тоже есть цветочки. Пусть не тюльпаны, но тоже здесь красиво. В принципе, всегда. Муниципалитет молодцы в этом плане. Люди, эта часть не закончится никогда. Поэтому, если вам рано на работу... Или когда я там это показываю, я не знаю, выключайтесь. Потому что эта часть не закончится. Ну, как я и сказал, да, здесь тоже цветочки красивые, конечно. Вот совы сидят. Такие сейчас здесь цветочки. Не знаю, оранжевые или как их правильно назвать, и желтые. По соседству с ними все подсвечено. Людей совсем мало здесь сейчас. Да, что-то странное, молодежи нет со скейтами, как-то вообще тут пустынно. Я не знаю почему. Не, ну есть вот один на велике. Один. Не знаю, почему так мало сейчас людей здесь. Немножко странно. Стафаки Малята Тюрк приветствует вас, буковки Алафалания. Сейчас бы мог я там смотреть оттуда сюда. Если бы поехал с Камалом, он вчера предложил мне. Попал я сюда. Думаю, насколько пополнять автобуса, ну как бы и на 100 лир не помешало бы, потому что он так расходится быстро. Ну, блин, 100 лир это все-таки деньги. Меньше надо. На остановке, кстати, много людей довольно. Хорошо, что мне не надо ждать автобуса. Ехать автобусом. Потому что мы идем пешком. Да, в следующей части, наверное, мы будем идти пешком. Все, вот здесь мы пополняем, друзья. Мараба. Forty liras. Yes, hello. 40 lira for card. Ой, да, самое главное. Хоча карта не даю. И так вот пополняется концерт. Угу.
А сами карты есть в продаже? Есть. А на когда карта? 41. Не, а сама карта. Only card. New. New есть, да? На когда? This is 15 lira. 15 lira, да? Yeah. Угу. Все, экшен лар, спасибо. 15 лир, короче. Правильно же я перевел, да? Ну, когда-то она стоила то ли 5, то ли я уже не помню. 15, он, по-моему, сказал. 15. То есть они здесь продажи, вот, возле Alania Sport магазина фирменного футбольного. Вы можете не только пополнять их, а и купить карту новую, кто приезжает. Ну, либо если у вас есть PayPacity, любая банковская карта, можете прикладывать в автобусе. Да, у меня так карта вообще не нужна. Ну, а если наличка, то 5 лир выйдет проезд. То есть наличка чуть дороже. Ну что, люди, снимаем до завтрашнего дня. YouTube меня не пошлет с таким весом файла потом. Смотрите, как много людей в Шекспире. Я даже не помню, когда тут было так много людей последний раз. Блин, музыка. Макдональдс там работает. Здесь сейчас Бургер Кинг. Я забыл, до скольки заведения эти могут работать. Нет, какие 11? У нас же 10 комендантский час. До 9, что ли? Или до 10, я не помню. Я еще не выключаюсь. Видео вообще-то будет не пригрузиться, блин. Сейчас уже выключусь, потому что реально... Реально, нереально будет его потом просто загрузить. Только по этим соображениям я выключусь. Бургер Кинг работает. Сейчас посмотрим цены. Что нам там дают и почем. Итак. Техас смокхаус меню. 40.95. Я там не вижу ничего, кроме колы и... Люди, сочувствую тем, кто питается этой едой, блин. Не буду продолжать. Вот Доминос Пицца уже бы сходил. Вообще очень скучаю за Челентано. Привет, Украина, привет, кто любит пиццу Челентано, блин, люди, я ее обожаю. Сам соберешь, обязательно ананасик, обязательно охотничьи колбаски, обязательно оливочки. Что еще, я уже позабывал свои любимые вариации. Челентано, денег проедено много, пиццы съедено тонны. В Севастополе, в Донецке, и в Киеве, и в Харькове, и где я только не ел в Челентано. Всегда знаю, что это вкусно, всегда одинаковый вкус. Челентано мне не хватает. Я не знаю, наверное, это у меня самое длинное видео на канале будет. Я, возможно, так его и назову тогда. Но это ж реально правда будет. Самое длинное видео на канале. Если мы сейчас дойдем до прогулочной еще улицы, у меня не сядет аккумулятор, то на 100% будет самым длинным видео на канале. Мороженка. Не купить ли вам мороженку, дорогие зрители? Кто смотрит с самого начала, вы уже утомились, наверное. Ну, буквально через 3 минутки мы с вами будем на прогулочно-развлекательной улице. Может быть, действительно, давайте таки дойдем до нее и на ней закончим. Не, у меня, возможно, есть какие-то длинные видео, но имеется в виду с монтажом там что-то большое, я не помню, если честно. Про Хэллоуин там длинные были, еще что-то. С монтажом были, а вот именно непрерывное видео. Ну, я тут вырезал пару минуток, где поставил, начал умываться. Вы кота смотрели, там я подрежу. А так, в принципе, оно без паузы монтажа. То есть реально так в этом плане, да, оно самое длинное. Отснятое. Я надеюсь, что не получилось два файла.
Потому что два файла я соединить не смогу, это вес будет бешеный. Должно, по идее, снимать одним файлом, все должно быть нормально. Итак, Кокос Пол Бич, кто любит, уже здесь есть и бассейн, и вы слышите все сами. Все работает, а здесь они построили, что там, тоже бассейн, по-моему, маленький. По-моему, бассейн, или они еще не достроили, я с трудом вижу, что там. Короче, людей полно в Кокос Пол Бич. В бассейне только никто не плавает. Ромка, выключайся, ты сошел с ума. Уже много людей так сказали, наверное, ушли спать. Но я знаю, что многие еще смотрят. А может быть, мы это вообще выходной день будем смотреть, когда вам не надо будет рано вставать на работу, я вечером это запущу. Хреново, что у меня память хреновая, я не знаю, во сколько я начал снимать. И, если честно, уже даже не помню, неужели я начал снимать у Красной башни. Может, не верится. Итак, сейчас время у нас, ё-моё, без 7 часов. То есть без 7 минут 9 часов. Неужели мы реально снимаем 30 или 40 минут? Все, Мигрос, я хотел рыбку. Хрен тебе, Ромка, а не рыбку получилось. Даже если туда сейчас забежать, рыбку там уже не чистят. Рыбка уже хрен. Но мы сейчас перейдем на развлекательную улицу. Тьфу, блин, что ж у меня слово развлекательное? Это не развлекательное, это прогулочное. Прогулочное, парковое. Развлекать вы себя можете разве что сами там. Хотел сказать, последний вид на маяк, это уже сейчас темно. И маяк, блин, а чё маяк не подсвечивается, кстати? Одна лампочка красная сверху и все. Красиво было подсвечено маячок. Здесь все работает тоже. Туда сейчас перейдем мы. Пару минуток буквально по ней пройдемся. И все. И, наверное, все со съемками на сегодня, потому что я уже не могу, блин. Я сегодня наснимал часа 3, наверное, в общей сложности, а то и больше. Итак, запоминайте, вот, изучайте Аланию, запоминайте мои маршруты, как, куда, откуда выйти, друзья. Бесценная информация, вам никто это не покажет, кроме меня. Никто столько не ходит по Алании, ни на одном канале столько не ходит. Как бы ни пытались там меня пародировать, начинать какие-то прогулки, еще что-то, глядя на то, что я делал 2 года. Но все равно никто такого вам не покажет. Ни у кого столько много не будет. И так, таких длинных маршрутов не будет просто. Кто со мной с самого начала, вы все знаете. Вам это доказывать не надо. Так, вот здесь. Ну, блин, еще выйти туда для полноты картины. Выйти бы на вторую, на площадь Хаджет. Но теоретически можно на нее выйти. Там потом сесть на автобус, поехать домой, но люди, это реально будет видео, которое просто YouTube скажет, они сошли ли вы с ума с такими размерами, поэтому не будем так рисковать, и, наверное, здесь мы остановимся все-таки. Они на месте, полно маленьких котеек, тоже очередной сезон, видимо, пополнение в Алании котиками маленькими. Привет! Всем привет, с кем мы здесь были. У меня же реально сил нет. Боже, а мне еще давать гол дойти. Хочется выпасть, просто где-то упасть и сказать «Все!» Я не могу больше. Надеюсь, люди, вы лайки поставите. Хотя бы каждый второй смотрящий. Хотя это вряд ли. Настолько все жадны. 50 человек посмотрело, 2 лайка. 5000 посмотрело, 200 лайков. Да. Все, я уже просто, ну реально, просто уже все, не могу я дальше идти. В общем, это самое длинное видео на канале было, и вообще мы начали его возле Красной башни, это было очень давно. Хотите посмеяться?
Я вас, друзья, обманываю, я не буду сейчас выключаться. Мы сейчас еще с вами пройдем как минимум 5 минут по той стороне, до фонтанчика. Сейчас поймете, до какого. Ну вот, что-то я так решил. Хотел здесь кости кинуть свои, посидеть полчасика, но нет. Давайте еще пройдем, пока все светится, все работает. Сейчас все закроется. Ну, снимать я больше не буду, если выключусь. Автобус поехал. Итак, по этой улице вы выходите на площадь Хаджет, на вторую линию. Там очень прикольно, обязательно туда сходите. Такого фонтанчика мы сейчас идем, вы увидите. Надеюсь, он тоже будет освещаться. Очень надеюсь. Точно не знаю, правда, будет или не будет, но хочется в это верить. Зеленый, красный, зеленый. Зеленый, 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 зеленый. Спасибо. Вот это километраж сегодня намотал, учитывая то, что я дошел до Димчая. И сейчас дашь Кундура до Красной башни. Еще идти до Вайтголда. Пятнашка самый минимум. Сегодня у меня. Итак, отель Панорама, он работает. Я сегодня ехал в автобусе и смотрел по... Где же это было, в каком месте, я не помню. Если бы я показал вам, люди, какие там машины стояли именно подряд, штук 20, вы просто побалдели бы. Причем, что мне нравится, что многие машины здесь иракские. Кувейт, Багдад, Ирак, Ирак, Иран, Кувейт, еще какие-то. Они просто... Ну, таких машин нет в наших странах. Их нет ни в Турции, ни в наших странах. Это шикарнейшие доджи, какие-то такие спортивные, полуспортивные. Просто самолеты, такие красавцы. Это VIP-класса, там премиум-классы, какие-то такие джипы. Это, ну, короче, это просто трэш, блин. Думаю, что в Алании бывает. Часто увидите машины арабские, такие, которых нет у нас таких. Каждую ночь, ночь пока нет. А, как пахнет. Боже, я сегодня почти ничего не ел. Голодный оборок. Может быть, сейчас, если что-то вкусное мне дать понюхать. Одна радость, у меня в сумке морковный сок есть. Мой любимый. Морковно-персиковый, вернее. Блин, тут музыка, смотрите, как красиво у них. Роскошная территория, молодцы. Очень красиво. Это Мальдивес у нас. Лаунж-кафе. Это получается до 9 или до скольки? Уже нету людей внутри. Теперь только на доставку до 12, наверное. Самое длинное видео на канале. Я в шоке. Концовка, знаете, какая будет? Я иду, а потом как этот... Терминатор, который второй, который в азот вступает, да, так чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хренак и все, и нет Ромки, и ушел так. На ваших глазах развалился, расплавился. И все. Шел пятый день, а он все шел. Шел пятый день, а он все шел. Ой, там такие пироженки красивые. Почему мне так хочется на них смотреть? Девушка стоит возле пироженок, возле тортика. Вау. Жирафусы. Фу, людей как много по набережной за мной. Все куда-то идут, все за мной идут. Уже 9 часов, люди. Мараба. Я не знаю, во сколько я начал снимать, честно.
Ну, как самый-самый-самый минимум, мы идем с вами, я думаю, минут 40 уже, мне кажется, больше. Все, пора просто упасть. Это что, гильотина? Я ложу свою голову сюда, отрубите мне ее, у меня больше сил нет дальше. Неужели я не заслужил лайк? Вот. Неужели кто-то смотрит и хватит совести у вас не поставить лайк? Не поставить мне лайк, люди, я уже просто, вот просто, я не знаю. Спасибо всем, кто был со мной. Вот он, этот фонтанчик. Кто помнит здесь дельфинчика, поставьте еще лайки за соседа. Кто помнит, как здесь был дельфинчик, вот тут он стоял. У меня уже реально никаких просто сил нет. Давайте минутку понаблюдаем. И меньше часа осталось до комендантского часа ночного. Ну, такая красота здесь. А дельфинчика не хватает, мы о нем помним. И идем дальше, друзья, еще не выключаемся. И здесь пляж «Звезда». Что-то тут темно так вообще. Да, может, я реально сошел с ума, я не знаю, почему я не нажимаю стоп. А почему здесь нет света, вопрос? Почему здесь нет света, я что-то не пойму, если честно, но меня манит там. Не знаю, до розового фламинго я хочу дойти или куда. Я в описании, кому интересно, напишу, какой вес был у этого файла. Я думаю, что многие будут в шоке. Ну, грузиться он будет. Я честно, я даже не знаю, наверное. Я реально не знаю, наверное, сутки с этим интернетом. Ну, часов 10, он 12, наверное, будет точно грузиться. Потому что, сами понимаете, это не шутки. Полала не брать. Блин, там на свет выйдем. Давайте выйдем сюда, потому что реально просто темно. Если бы свет был, было бы все нормально. А так темно, там ничего вам показываем. Мы рентали. Сейчас упасть и все. Нет, поесть сначала, а потом и все. Смотрите, как много машин припарковано. То есть это все где-то здесь. Парковка платная.